Дамы и господа мои, здравствуйте, войнуха! Русский шквал против иероглифов. Так, мне интересно, меня шотнули. Ага, смотрите, я им понравился, шотнули. Ну, предыдущая оборона неплохо зарекомендовала на предыдущем сопернике. Три раза разбивались, один раз шотнули. Что-то такое. Вот такой соперник. Вот смотрите, какой простой остался на поле. Давайте дадим пинка ему. Рекламка, ребят, и как раз для вас. Империю пазлов задонатить не знаете как. Вот, ребят, есть донат-сервис в Телеграме. Заходите, пишите, нажимайте кнопку «Купить», перелетайте в чат и пишите, какую акцию хотите приобрести. Вот пропуск доблести, пропуск великанов. Все данные говорите, вам все покупают. Пользуемся уже давно. Залетайте. Последние цены, ребят. Вот такие акции. Также подписывайтесь на мой Телеграм. 335 подписчиков пока маловато будет. Здесь скидываю, вот когда отвоевал, какие награды были. За X10 что дали. Ну так, сильно не спамлю. Ну вот ремни еще, ребят, делаю ручной работы. Залетайте. Погнали. Ну прям максимально легкая оборона. Ну, зеленых камней зато навалили. Чтоб проблем в жизни-то слишком просто не казалось, жизнь. Держи, родной, подачу. Синие никак не собираются. Красные три штучки есть. Фиолетовые никак не собираются. Все прекрасно. Можно в лоб ей кинуть, попробовать. Пачку вот эту. В надежде, что мы через ход там где-то соберемся. Если не соберемся, то все хреново будет. Блин, ну вот тут не шевелится ничего. Ладно, давай вот этот один ход. Еще больше стало, да, тут ко мне в центр лететь. Давай в лекаря прокинем. Синих три пришло, прикиньте. Но лекарь сходит, он что-то там свои штуки делает, да? Можно в пантеру скинуть, чтобы лекарь не ходил. Но зелень замкнуться может. Не замкнулась. Феерично это все дело сейчас произошло. Фантастично просто. Так, этот сколько будет? 285 урон цели. Это 355 урон цели. Давай мы срезку такую сначала положим. Теперь срезку такую. Сдуло нахрен. Теперь маночку сосанем. И фиолетик прокинем. Ой, синяя зарядка еще пришла. Ну тут, по-моему, участь понятна их. Печальная на все деньги. Живем, ребят. Так, вот тут бьет только центр. Поэтому нам поможет, если что, Даркфизер, если бой затянется. Он им броню поснижает немножечко. Поэтому дело должно пойти получше. Давай вот эти три соберем. И какие? И вот эти три. Так, нажали и по... А смотрите, можно Альбериха, наверное, выключить. А с этими-то мы уж разберемся потихонечку. Вообще, как здрасте, отлетел. Боль, печаль, башку ему пробило. И эти, короче, походу сейчас окочурятся. Вот это прикол. Че ж его так размотало, это опять я не понял. Что-то я раскачался, злой, как и собака стал, бью всех больно. По полторах перелетает. Ну ладно, пойдет. Что ж, этот тапок придется переозвучить. Уж простите. Люди просто зашли и, соответственно, записывал уже с контингентом рядом стоящим. Мешало капец. Поэтому смотрим, что получилось. В нейт тапок стоит. Вот собрал я три цвета. Людвига нам все-таки как единичку, наверное, брать. Толку я как бы взял. Ну и Трололо можно было зеленый таун взять, наверное, медведицу.
было бы дешевле, сразу вам скажу. Вот такая ситуация. Трололо зарядится с 6 камней, там с 4. С 3 нет, наверное, но с 4-то точно зарядится. И он сразу минус таунт мне сделает. А там нейт наготове, в нее бы прокинуть, чтобы она таунт пробила в таунт. В таунт пробила. Поэтому без вариантиков, смотрю, что тут можно кинуть. Ну, как советуют, можно сходить, да? Потом в колё там что-нибудь кинуть. Людвиг, 2 хода еще. Насмешка есть. Трололо это. Чтоб подождал, чтоб не убивал таунт. Красных зарядки вообще никак, желтых зарядки тем более. Вот 3 фиолетовых, конечно, сильно бы выручило. Сейчас взять щиточки, поставить. Разгон маны включить и начинать уже нагибать. Тут еще прикол в чем? Вот эта красная лишняя вылетела, зарядила, прикиньте. Но на это не зарядилась, кстати. Бах, и он еще себе 50 хп, 50% маны накинул. Вот это жестко, 50% маны, прям сильно это выглядит сразу плачевно. Сразу видно, что в нее кинешь 4 камня, он опять зарядится. Смотрите, нейт заряжена, 900 брони у него, 1500 здоровья. 1500 здоровья, но это по максимуму, а так у него было меньше, да? Вот, короче, с ульты мы ее сняли. Нургиб молодец. Но толку, у нас фиолетовые камни мы кидаем, а ходов больше нет. Все в центр летят. 3 зелененьких можно, как рекламируют, прокинуть, да? Трололо не зарядится, но и я не заряжусь. Либо ему в лобешник кидать, и там синие еще уйдут. Постараться выжить и пробовать гнобить как-то потихоньку соперника. По-моему, я выбрал ход все-таки в центр кидать. Но это не точно. Фиолетовый с зеленым. Думаю, хотя бы кто-то один-то выживет. Ну, мало, конечно, у всех здоровья. Были бы отряды у меня эти сумасшедшие. Я бы его ульту, наверное, пережил. Если бы он в разных ультанул. Ну, сходит, нет. Да, все-таки в центр синие. Еще фиолетовые. Короче, этот трололо делает мне траля-ля. 1300-1300. Два ульты в одну. И опять у меня 50% ФП накинуто. Почему-то в лоб ему зеленый вот так швырнул, не знаю зачем. Он опять заряжен. Дичь. Просто дичь. Здесь. Ну, вот такой ход, да, интересный. Он бьет. Ладно, овер ХП уже есть. Прикрыто. 2 раза по 700 получилось. Не полный урон. Д'Артаньян, получается, прикрыл. Вивика зарядилась, будет хилить. Сильно хилить. Можно было вон одним камнем фиолетовым, наверное, ее шотнуть. Почему я этого не сделал, не знаю. Сделал вот такую вот фигню. Центр опять зарядился, но его желтыми добил. Ну, чисто повезло. Так действительно, фиолом бы, наверное, размозжил. Было бы интересней. Колю я блочу, ну его в баню. Он тем более хорошо блочится. Красная зарядочка есть, да? Но ману будет подрубать. И слепоту вешать. Пробуем. Колю идеально, прикиньте, в нее попал. И на Вивику даже легло, она не сопротивлялась. Ноль берих есть. Красник трешечку взяли. Зарядили. На Альбериху ману срезаем, чтобы подождал немножко. И Вивики пока стоит, но она что-то такая медленная стоит, не заряжается. Хотя Альберих. Нет, Альберих. Плюс 38 генерации маны. 2 хода. Альберих, да, ускорил, получается. Добили фиолетовым. Смотрите, какая дыра хорошая. Вивика не зарядилась. Вот сейчас она должна была зарядиться, но нет. И кинуть нечего под ней, короче. Кидаю просто так. Желтые. Никто не зарядился, прикиньте, успел. Ну, выбираю Альбериха, потому что он точно заблочится. Он, по-моему, друид или кто он по классу. Но у него пассивка есть, оказывается, он диспелит, когда ультует. И поэтому на Вивику вроде и летело, но нет. Ману решил у колес снять. Камень кожи в единичку. Утка зарядилась и еще раз Нургиб. Почему-то решил добить, попробовать. 2 ульты туда скинул. Не пробивает у него отряд, короче, этот сумасшедший стоит. Я уж тоже подзабыл. Сумасшедший отряд. И он опять диспелит все. И эти хлопцы подходят по одному. Но здесь желтый в пустоту смотрится. Больше вариантов нет. И чтоб зеленые не закомбили, не дай бог, не взорвались. Но ж такого не бывает. Оно закомбило и взорвалось. Будь оно неладно. Трололо. Я так и не понял, где он. А вот, по 800, по 900 нам выдержали. Одному атаку срезал, другому броню срезал, да? Опять пустоту желтые.
утку зарядили. Слепота на 3 или на 4 хода, там не знаю на сколько ходов-то. В пустоту прокинул, думаю, может что-то там. Подождать слепота, когда снимется. Потом думаю, да ладно, сейчас вдруг еще желтые придут в пустоту. Короче, все мимо. Все плохо. Бьющие точки ставлю. 570 урона. Это очень мало. Отряды жесть, конечно. Отряды просто жесть. И он опять подымает. Работает парень на свои деньги. Радует, что слепота не ляжет. По 300 единиц урона. Немного бьет. В принципе, выжили. Вот тут я не знаю, ход какой можно было сделать другой. Что-то я сейчас не посмотрел. Больно попало. В пустоту. Не посмотрел, надо было 3 кидать. Вот сейчас увидел. Закомбило сильно. Вот она, кстати, где ошибочка. Зря. Зря надо было 3 кинуть, не 4, мне кажется. Что-то разогнался, распсиховался. Ну и время, видите. И люди стоят, бухтят без остановки. Если честно, не заткнуть было. И тут слепота, и 2 минуты еще осталось. И, короче, выходить-то надо. Думаю, сейчас центр еще подобью немножко. Короче, даже зря я это все сделал. Не подбил, Вивика все лечит. Все, и тролля убивает меня. Ну, сорян. Не знаю, что тут. Ну, вот реально тот ход в пустоту затащил бы. А может, полянка тут гнусная была. А может, команду подобрал. В общем, залили у ребят. Завтрашний день ждем. Для вас секунда, а для меня завтра было остальные тапки откидывать. Все, конец. Так, что ж, утро наступило. Дадут камни, нет. Как будто опять не хватает, надо в альфа-таунт разряжаться. Так. Либо берем вот эти 3, там зеленый поднимаем, еще 3 берем, да? Бляха-муха. Кот! Я не тот ход сделал. Мурлычет лежит. Ну, истина опять рядом, но все равно в альфа-таунт разряжаемся. Замедло лишь бы еще не посадили, да? Давай так. Итак. Ну, крепкая альфрика попалась. Ни камней больше нет, да? Ну, давай раз, два. У этого броня, кстати, не режется. Вот и прилипай называется. Тогда давай сюда дунем. Ух ты, ни хрена. Даже этому хватило. Все равно не нашел камни. О, все равно не нашел камни. Не сгорели бы мы как бы, а? Че там, поскольку жжет? Терпимо, короче. Забрали. Ну и еще один топулька. Так, 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 так. Желтых много. Но эффекта у меня с них мало. Мне бы потом фиол все равно бы зарядить. Ну давай вот этот ход сделаем. Фиол поищем. Мать, начали заряжать. Ладно, давай этот ход сделаем. Вот мать и ходит, да? Так. Но я не выдержу пару ульт. Одну ульту еще выдержать можно. Но пару я не рассчитывал вообще. Так вот, есть фиол. Так, аккуратненько.
Ну вот, иди попробуй две ульты переживи, называется. Ну давай так скинем. Расхреначат меня, наверное, сейчас. Так, вроде даже живы. Отлетел один хлопчик. Так, так, так. Красных зарядки не видать, да? Ну, вот этот выкинем. Так. Ну, давай сходим, что ли, я не знаю. Что-то мне даст. Давай сходим, что ли. Какой-то подхил даст, да? Так, бабам. Бабам. Так, отлетел. Отлично. Так, так, так. Ну, наверное, желтый соберу. Так, тихо, 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 тихо. Да что такое? Опять эту фигню на меня наложила. Дичь. Алло, отлетишь ты или нет, а? Ультанул всеми. Давай мы тебя шотнем. В мать зарядим. Так, с двух камней фиолетовый должен зарядиться. Вот так сделаем. Вот так сделаем. Хотя бы подхил, да? Больше я вариантов не вижу. Ну, красных заряжаем, что делать? Не добили чуть-чуть. Отлично, бабку сносим. И здесь добиваем. Прекрасный тапок. Так, еще один тапок. Ох, увенчается успехом. Нет, большой-большой секрет. Как советуют синий бросить и по центру. Ну, блин, по центру много комбит. Прям слишком много. Четверку сделать и взорвать ее. Зарядится альфрика, нет? Желтых четверку вот сделать. И взорвать. Это в нее полетит два камня. И потом еще три. А, и потом еще синие сложатся. До хрена и больше полетит, короче. Можно бросить в нее три, желтый сразу сложится, и потом наверху три. Синий вот этот вот так в бок сделать. Я больше не вижу, это, по-моему, самый... Хрен-то там. Да как ты эта игра делаешь, а? Безысходность она вот так вот выглядит, ребят. Никого больше не зарядить.
Что бы я ни двинул. Если только три синих, придет три желтых там в рядок, да? Вот тут типа двинуть. Или нахрен поляну взрываем. Кто-нибудь один, короче, останется жив, может, что-нибудь сделает. Никого не зарядил, кроме Кары. Интересно. Нам ее оставили. Блин, ходов нет теперь. Чтоб фиол не зарядить. Как так-то? Ну ладно, давай так. Бум. Так, сколько там их? Один ход надо переждать, а потом взорвать, да? Где этот один ход? Вот это, наверное. Да ё-моё. Раздали мне, да? Ни хрена. Так они меня забьют сейчас насмерть кирпичами. Стычек со своих вот с этих, с нереальных. Как-нибудь фиолетовые бы зарядить вместе с синими, да? Но вот это еще сходит, она добьет всех. Поэтому только синих надо брать. Бляха, мы один хер зарядили. Да что такое-то, а? Ну вот как можно было угадать, чтобы она не сходила? Ты нутый, а? Какая игра интересная. Тамада интересные, конкурсы у него интересные. Ну ладно, хрен с вами. Не закомбила бы, победа была бы, да? Ну вот кто мог знать. Папа Илья молодец. Я не молодец. 237. Сейчас посмотрим, что тут. 26 тапков. 5400. 32 тапка. Походу начали мы всасывать под конец красивенько. Меня шотают вообще идеально. На той войне разбивались, а на этой 4 или 5 шотов. Ладно. Сейчас результат прикреплю. Удачи, пока-пока.